Молодец. Макмонит, спасибо. По мнению древних славян, семена этого растения способны предохранять от порчи. Ну, крутить барабан. Даже не знаю. 850 очков. А Эмти Покаги, спасибо. Ну пусть будет буква А. Откройте нам букву А. Да ну ладно, серьезно, что ли, господи, буква в конце. Ну охуеть, это, конечно, о многом говорит. Бля, иду блевать, спасибо. Ооо! Ну давай первую букву. Откройте. Па? Молодец. Вращайте, пожалуйста, барабан. Покаги, спасибо. Па-па-па-па-па-па-па-па, блядь. Па-п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 а. Семена этого растения. Растение. Подсолнуха? Нет. Блядь. Па-па-па. Па-па-па, блядь. Па-па, нахуй. 350 очков. Пусть будет буква О. Такой буквы здесь нет. Сука, а? Крутите барабан. Ну ты крути Блять, я дурак, нахуй. Я ж не... Бля, ну ладно, я тогда буду за всех барабан крутить. Тысяча сука. Очков. Буква... буква М. Такой буквы здесь нет. Крутите барабан. А че подписываться перестали? У нас минута остается до конца саптрейна, имейте в виду. Эмти Покаги пока выигрывает. Очков. Буква. С. Неверно. Крутите барабан. Да, блядь, надо ливнуть в пизду. Хуйня так играть. Сори. Орехов. Добрый вечер, здравствуйте. Первая тройка. Студию. Ни хрена, блядь, слово. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. Молодец. Ах, Макмонит все-таки решил продлить. Понял. Молодец. Тебя. Молодец. Спасибо. Элис Блюкет. Элис Блюкет. Молодец. Металл. Эмти Покаги, спасибо вам, ребята, за... Молодец. За подписки. Ты самый лучший человек, которого я знаю. Я счастлив, что ты живший будешь жить. Ты мне подарил Молодец. Необъятное количество эмоций. И я сделать тебя хоть чуточку счастливее. Молодец. Что? Молодец. Спасибо тебе тоже большое за 150 рублей. Приятно это слышать, если не фэк. Как-то странно прозвучал донат, но спасибо. Реально. Круто. Рили. Рили. Енджи, спасибо. Чапа Клатч, спасибо. Что могло на несколько минут перервать концерт Монсеррат Кабалье? Пиздец, я шо знаю, нахуй, что это за... У вас ноль. Ну, вращайте барабан. Молодец. Металл, спасибо. 850 очков, буква. Откройте букву О. О, нихуя. Ну, вращайте барабан. Это? Прервать на несколько минут. 600 очков, буква. Другое дело совершенно. Откройте букву. Да ты чё, обалдел, чел? Йо. Прям еще отгадает такое длинное слово. Так, минуточку, сейчас я хочу кое-что проверить. О! Отлично. 750 очков. 750 очков. Откройте нам букву Н. Н! Нахуй пойдешь, может быть! Будете барабан вращать? Молодец! Вероген, спасибо! 400 очков, буква!
Это я. Гениально. Нет. Неверно. Отлично. Будете я в ахуе, не он. Сразу? И не он, не он. Блять, что это может быть? 400 очков. И дублевать, спасибо. Откройте нам букву А. А? А? А, не он. А. Кто, кто, кто? А, не он. А, не он. Блять, что это за слово? 500 очков, буква. Магнитофон? С этим? Такой буквы магнитофон? Что, будете крутить? Магнитофон? Давайте, давайте. Чего, блядь? А как магнитофон мог на несколько минут прервать концерт? То есть кто-то с собой притащил магнитофон и включил его, что ли, не пойму? Ебанутый, бля, лобаюля, ебаный, бля. Точно! Точно! Это я, да. Видали, сам догадался, реально. АП. Посмотри, кому подписку Вера Ген подарила. А-а-а, магнитофон, блять, что? А я что, знал, что ли? Типа, я даже на это внимание не обратил. Я вообще не смотрю, кому дарит подписку. Он подарил подписку магнитофону, блядь. Ясно, бля, ясно, нахуй, понятно. Нет, так делать не надо. Так делать не надо. В эфир. В эфир. Финал. Хорошо. Вот задание на финальный тур. Прощайте, барабан. Что придумал в 1792 году обувщик Джеймс Смит? Уилл Смит? Джеймс Смит. А. Обувщик. Я ебу, что ли? В те времена еще мат даже не придумали. Гошанчик. Молодец. Ха. Спасибо, но, к сожалению или к счастью, вслед за тобой писасина решила подарить подписку. А потом еще и пельмешек. Эх, я бы тоже поиграл. Да подожди, я хотел. Я сейчас один, а потом с тобой. Так, что там придумал этот Смит? 350 очков. Буква А. Откройте нам букву А. Крутите барабан. Восемьсот очков. Буква. Молодец. Буква молодец. Слушай, может быть это намек? Буква М. Откройте букву М. М, молодец. И ведь реально молодец. И реально буква Несквик. Спасибо тебе большое за подарочную подписку. Ох, чем? Ам. Придумал. Ам. Лам. Лам. Нет. Ла. А. Карм. 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 Рм. Мр. Р. Мне кажется, там буква Р должна быть. Элиза Степ. Молодец. 350 очков. Молодец. Спасибо. Эй, блядь, молодец. Нет! Я хотел Р, сука, я промазал, блядь. 600 очков. Буква. Сейчас реально еще буква Р. Не-не-не, там буква Р. Ну, слава богу, наконец-то. Неверно. Крутите барабан. Хотя, может, ее там и не было. У-ху-ху. У вас ноль. А я крутите сейчас все-таки барабан. Это сделаю. Буря орехов. 550 очков. Р и... О-хо! Откройте нам букву Р. Бля, она реально там была. Ра. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Что нахуй? Молодец. Ра. Размер? Молодец. Он придумал размер... Чё-то изи. Давайте, давайте. Даю, даю. Чё-то изи. Размер... Как можно было придумать размер обуви? Если обувь уже тогда существовала, по-моему, не?
Это странно как-то. Так, Размер. И вы абсолютно правы. Я. И перед нами победитель. Итак, суперфинал. Суперигра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот прям задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые шесть. В Риме этот период называли собачьи дни, а у нас? Чего, блядь? Какой еще период? Ну вот сейчас у меня будут первые 3 недели сентября с собачьими днями, наверное. Ну я хуй его знает. Буква З. Буква К. Буква А. Молодец. Спасибо, бумага монет. Буква М. Молодец. Буква О. И буква Е. Молодец. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Как? Минута пошла. Как? Как? Кас? Кас? Кастрюлька, блядь, я не буду нахуй. Как? Я не знаю. Кам! Ай, буквы М же нет. Кап. Блядь. Капук. Капук. Кап. Капут. Кап. Блядь. Каиска. Что? Калик! Магмонит, спасибо. А, уберите этот смайл-мод, слово скажите быстрее, смайл-мод убирайте быстрее, я не... Каникулы! Я успел! Точно! Ебать, я просто на нулевой секунде! На нулевой секунде, ребята! Какие каникулы, блядь, последний день остался, сволочь! Вот ты сволочь, КПК! Братан, во дворе 2021 год. Какой КПК, блядь? О, Гэткорги, спасибо за рейд. Здорово. Спасибо за рейд, здорово. Нифига себе, мне Гэткорги зарейдил, реально. КПК, хуй стоит до потолка. Сталкер. Не, ну с таким КПК только молодец в зону. Металл, спасибо. Бля. Ну скоро жопа отвалится. Ой, ёб твою мать. Ой, бля. Фух. Фрешменты, спасибо тебе большое тоже за давление подписки. Так. Зови еблана. Кириешку. Пикач. Пикча, точнее, спасибо. Молодец. Опа. Рейды, корги, ачик. Все, погнали. Сейчас ты у нас один будешь отгадывать. Вот. Итак. Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте. Итак, первая тройка в студию. Мазелов, Орехов, Инга. Охуенное имя, блядь. Прощайте, барабан. Итак, слушай. Молодец. Вопрос тебе. А, подожди, давай я тебе просто экран выведу. Сейчас, экран. Поле чудес. Прямой эфир. Видно?
Что-то он пропал, походу, умер. Тебя не слышно, если что, плохо стало человеку опять. А балонь, ребят, не рекомендую пить. Вот видите, человек пропал, просто исчез. Тамара Ред, спасибо. Алло, не слышно. Сейчас. А, понял. Это все о балонь, я тебе говорю. Слуховая часть внутреннего уха. Ну давай, крути. Ты не знаешь? Да подожди, что-то... ну-ка. А, это не барабан, не как это, бара, не ба, не раковина, да. Слуховая часть внутреннего уха. Бля, а что еще тогда может быть? Да ладно, я кручу барабан, сейчас ты отгадываешь, поэтому я просто ведущий. 600 очков на барабане, буква. 600 очков, буква А, пожалуйста. А что вы, блядь, с ведущим оба будете разговаривать? Так, подожди-ка. Это чуть-чуть погромче. Итак, буква А у нас, она прям в конце слова. Ну, вращайте барабан. Ну тут или ка, или ба, или па. Ну или да, пон. Да, да. Ка. Ну давай, крути тогда. Ну я тоже крутил барабан. Думаешь, а влезай? А тогда у нас тут одна буква вообще. Влезет, влезет. 450. Давай к. Буква к, бля. Да, да, да. Да, да, да. Ты смотри, тут нас можно взять. А есть, кста. Натуре. Реально гайка нахуй. Вращайте, пожалуйста, барабан. В натуре, чел. Какая-нибудь стопка, блядь. Стоп, подожди. Мне кажется, что О точно есть. 100% О третье, я уверен. Ну давай тогда крутим барабан. Если ты прав, то у тебя сейчас будет еще и шкатулка. Ой, сейчас бабки золотые. Буква О? О, да. О. Ну вот. Молодец. Блядь, здесь нет, ну пиздец. Ты походу проиграл, кстати. Может спинка, блядь? Молодец. Ну Н точно должно быть. Н, Н, Н. О, ноль. Опа, до свидания, Инга. Спать, блядь. Так, пони перверик, чапа-клач, хлебушек. Все ваши очки умножаются. Ой, да ладно, нихуя. Сектор призовой, можете назвать букву. Вот это ничего себе. Подожди, я знаю слово, по-моему. Откройте букву И. Не, я не знаю, подожди. Кто, блядь? Спинка. Спинка? Спичка? Спинка? Или спичка? Ноль! О, так, до свидания. У тебя нахуй. Есть, у тебя есть возможность. Блядь, я не знаю. Тамара Ред и Металл, спасибо. Крин... Кринж. Давай, крути. Да, бля, тут может быть много слов. Спинка. Молодец. О, буковку. О! Какую, какую? Первую, первую, первую. Откройте. Итак. У! Я знаю улитка, слово. Улитка, ёбаный рот, блядь. Да. Блядь, что за улитка? Улитка. А я не знал, что такое вообще есть в ухе. Реально. Улитка. В натуре улитка. Девентул, спасибо. Улыбка. Улипка. Давайте, давайте. Улипка! Так. Улипка. Я на игру чат закрываю. Типа, я сейчас вот открыл, я вижу, что там раковины спамили. Козлы, блядь. И вы абсолютно правы! Теперь они будут писать Оскар. Они теперь будут Оскар писать. А у меня постоянно пишут Оскар, когда я смеюсь над чем-то, блядь. Ты же думаешь, что я притворяюсь. Да, я, кстати, так же думал. Это от меня пошло. Я какой-то момент, помню, видел, ты что-то смеешься прям, ну... Ты сейчас сам тоже стримил, я вижу, что, по-моему, какой-то фейковый смех был. Да не, что и бланшили, что фейково смеяться. Стронг не обидеть человека. Молодец. Этим сторонники английского короля... Я ведущий, тихо! Ой. Этим сторонники английского короля Георга пытались отравить Джорджа Вашингтона. Металл, спасибо. Блин, ну не можешь я. Может, блядь, алкоголь? Давайте, давайте. Ебать! Новичок. Новичок. Жесть. Че, крутим барабан, да? Давай, крути, да. Сейчас попробуем что-нибудь отгадать. 850 очков. Видео микрофон кинул. 850 очков, буква. Давай А, буковка А. Я тоже так могу микрофон кинуть. Буква А. Я посмотрел на... здесь нет. Бля, как нет буква А. Вращайте барабан. А че у тебя такой нос красный, блядь, слева? Кстати, реально. Висит. Ну, он как и ты, видимо, любит выпить. 750 очков. Молодец. Тамара, спасибо. Неверно. Крутить барабан. Да какие тут буквы-то? А, нет. Е, нет. О, 550 очков. Какой-то дурак. Спасибо тебе за новую платную подписку. Откройте нам букву Р. Блять, сам концерт ни о чем не говорит вообще. Крутить барабан. Так, а, это он крутит барабан, охуевший. Кондуктор, блять. 600 очков. Спиннер. Буква. Кондуктором отравили. Откройте да ты чё, дядя? И. Ир. Там их две, да, наверное? Крутите барабан.
Полимер. Полимер? А что такое полимер, я сейчас забыл. 850 очков. Это, блядь, материал такой строительный. О! По-любому есть. Ну, о, второе 100%. Да, блядь! Ты был прав. Бля, полимер. Нет, все, пизда, ты проиграл, сейчас отгадает. Что будете крутить? Коридор. Чё? Коридор. Он не отгадал? Этим. Солитор. 450. Помидор. Помидор. Помидор, может, на туре? Помидор. Такой буквы нет. Может, на туре помидором пытались отравить, блядь? Кстати, реально помидором. Отравленный помидор. А давай сразу слово попробуем. Тут же не написано про какой-то химический элемент, а просто типа этим. Да-да-да, может, реально помидором. А, блядь, раньше же помидоры не хавали нахуй. Почему? Я помню, в истории была ситуация, что помидоры вообще считались, типа, ну... Короче, их нельзя было есть, типа, считали, что это хуета. Скорее всего, помидором, реально. Ой. Чё? Ой. Чё, ну помидор же, правильно? Да. Да, ну все, тогда выбираем. Ой, ой, блядь, ой. Точно! О, блядь, да, блядь. Осуждаю. Там буква О же была, алё. Я просто проверял, все ли мы правильно сделали. Встанет ли буква на место? Да. Нормально, нормально. Ой, это я финал выиграл уже? Так, это у нас финал, да. Ого. А, это супер игра, нихуя ты дурак. Ебать, я уже в супер игре. Сейчас поплачь, спасибо. Сюда 1000 рублей. Которую вы должны отгадать обязательно. Так, обязательно надо. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые 5. Блять, нихуя себе, подожди. Изначально это слово означало ручной ткацкий станок. Современное значение оно приобрело благодаря поэту Каменскому. Молодец. Запоси, спасибо. Попробуй К. К-О-Е-А. К-О-Е-А. Да, и давай Р. Уверен? Да, давай. Ну ладно. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. О, нормально. АО. АОЕ, блядь. Ой, осуждаю. Осуждаем. Бля, ну давай, блядь, думай. Да может вместе подумаем? Давай вместе, так. Это слово. Ручной ткацкий станок. К. Да что-то там по. А нет, букву К нет. Та. Та. Ло. Та. По-любому буква Т. Та. Не, может какой-нибудь са. Может самолет, блядь? Бля, ручной ткацкий станок. Блять. Да не, ну и вряд ли самолет. Ну а какое еще слово-то? Шараёб, блядь. Нам не вместится. Блять, буквы Р нет. Ну самолет остается, у нас нет других вариантов. Да, ну блять, на самолет-то пиздец. Блять, это поле чудес, тут всякая хуйня может. Ну давай, ладно, похуй, пусть будет самолет, но я честно не ебу. Чего, блядь? Ебать, нихуя! Реально, в натуре, блядь, самолет, какой, блядь. Какой нахуй самолет вообще? Каким образом тут оказался? А, ну типа, изначально у него было другое значение, понял? А я понимаю, ну ручной ткацкий станок, чё нахуй? Ну раньше, может, у него такое название было. Сейчас вот самолет. Радиотелефон, нихуя. Нихуя. Себе, трубку домашнюю дали. Мобилка, бля. Nokia там какая-нибудь. Да это не мобилка, это у всех была такая хуйня дома. Как это, стационарный телефон. Хорошая штука. Не, у моей бабушки был такой, типа, дисковой. Там еще такая хуйня, нажимаешь, крутишь. Да-да-да. А потом уже кнопочный. У нас такой старый был, но я на нем ни разу не звонил. Так, Тамара. Бля, у нас все еще идет борьба. Есть шанс, что я сегодня стрим не закончу, я буду спать во время. Ну-ка. Если ты сейчас побеждаешь, то получаешь 5000 рублей. Нихуя, это с какого перепугу? Просто так? А просто так. Ну давай, ладно. Че, я отказываться, что ли, буду, блядь? Первая тройка! Погнали, бля, а че? Первая тройка. Поехали. Наталья Артуровна. Бля, я опять Орехов, что ли? Ну да. Название города Сеул в переводе с корейского. Блядь, понятно, нахуй, до свидания. Название города Сеул в переводе с корейского означает... Ну, я, кстати, крути на этот вопрос когда-то отвечал, но я уже не помню ответ. Крути барабан. Ну ты подумай, корейский язык, что у них там есть? О, да, блядь! Вот это хорошо. Плюс на барабане. Давай первую. Можете открыть любую. Откройте. Что есть вообще в Корее, кроме аниме? BTS. Опять самолет, K-pop, блядь. K-pop. Вращайте барабан.
Что у них там? Samsung. Блять, если это реально Samsung, это пиздец. Давайте, давайте. А, блять, по второй буквы S нет. Ой, блять. Крути барабан, да? Ну давай, да, крути, крути, конечно. Хорошо. 350 очков на барабане буквы. 350 очков. Блять. Ну давай, а, как обычно. Тамара, просто спасибо. Замечательно. Откройте нам букву А. Отлично. Драма Квин, ничего себе, спасибо. Крутите, Са? Что-то там сосать. Я сразу крутил на барабан, я думаю, что-то ты... там А, блять. Чапа клатч. 350 очков. Так, какая буква? Давай Е, давай Е. Буква Е. Угу, неверно. Неверно, вот ты блядь, крутите, сука. Барабан. Блин, я забыл. А, нет. О, 0 очков. У вас 0. Так, ну это мадам точно не отгадает все сразу. До свидания, нахуй. Хотя все возможно в этой игре. 350 очков. Да что ж, блядь, 350 повсюду. О, ебать. Откройте, бля, собака. Тварь, нахуй. Что, будете крутить? Алло. Ой, алло, блядь. Привет. Здорово. Алло. Здорово. Алло, да. Здравствуйте. А мы в поле чудес играем опять. Буква. А вы со стримом или вес? Со стримом, конечно. Я поражен. Откройте букву Л. Бля. Бля. Блядь, я знаю, что это, сука, это столица, блядь. Это столица, да. Блядь! Абсолютно правая. Тварь ебаная, нахуй. А я же говорил, все возможно в этой игре. Вот она и победила. Пиздак я сейчас дам, блядь. Минус 5к. Ну, бывает, ну погнали дальше, кейс. А чё за хуйня? Почему сразу, блядь, она отгадывает? Чё за ебало она? Так, а вы чё, сложность повысили или чё? Да нет. Блядь. Так, что, у вас теперь двое, что ли? Да. Да. А, нихуя. Ладно. Ну всё, понимаешь, одна голова хорошо, две лучше, три вообще заебись. Ну ладно, давайте тогда. Сейчас мы тебе домофонов, блядь, на фарме. О, а я могу тогда с вами. Мы же втроём. О, давай, да. И мы втроем будем в итоге. Давай. Все. Так, блядь. Добрый вечер. Добрый вечер. Студио! Так. Здорово, пацаны. Так, а у нас так надо решить, кто есть кто. Я Евдоким Акимович. Я Панкрат. Блять, Панкрат. Подожди, не. Ты Панкрат, подожди, ты Панкрат. А я что, получается, блядь, Наталья, нахуй, Ивановна? Да. Ну да. Да? Отлично. Получается так. Ну ладно. Давайте. Хорошо, значит, лучший способ демонстрации. ОБС. Блядь, нет. Ты крутишь барабан? Да, давай. Блядь, демонстрации чего? Можно поточнее вопрос? 450. Букву О, пожалуйста. Букву О. О. Такой буквы а здесь нет. А такой нет, блядь. Сука, блядь. Так, теперь я. Ну, я кручу барабан. Я кручу барабан, и мне выпадает 600 очков. Хорошо. Неплохо, пойдет. АП это что? АП это... Молодец. Писька. Это пиздец. Так, нет, давайте буква... Молодец. Ой. Ой. Такой буквы да здесь нет. Да ёб твою, блядь. Унипервер, Тамара Ред и Макманит, спасибо. Жора, что ты крутишь барабан или не знаешь? Вращаем, вращаем. Странно, нихуя, что ты слово конечно, не знаешь. Нихуя, конечно, скам-жопа у тебя здесь. 350 очков. Так. Буква S. Буква S. Буква S. Неверно. Тоже нет такой буквы. Так, товарищ Мазелов. Панкрат, блядь, давайте, пожалуйста, крутите. У нас у всех по нулям. Крутите барабанчик. Корген, спасибо. 600 рублей. 600 очков. Ну, букву А, чё? Ну, блядь, тут надо было сразу ее выбирать, по-любому есть. Самара, блядь. Ее тоже нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Так, теперь я вращаю барабан. Ебать, а что за слово-то такое? Лучший способ демонстрации, надо вообще подумать. 600 демонстрации, очков. Демонстрации. Буква... Может быть, буква М? Открой букву М. Так. Так. Не, я думал другое слово. Блин, митинг. Блять. И что, блять, мне это буквально вообще ничего не дало. Скамер? Кстати, скамер подходит, да. Ну, типа, умеешь скамер, ты слово камера. Подбирать, а? Молодец. Хлебушек, спасибо. Бля, ладно, крутану барабан. Молодец. О, Драма Квин, спасибо. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. 350 очков. Он такой смешной. Ням-ням-ням, блядь. Там так и было.
Это Якубович огурцы ест просто. Так, ну чё? А кто сейчас говорит? А я же, блядь, чё я вас спрашиваю? Хотел заскамить. Ну ладно, буква И. Замечательно. Молодец. Откройте букву И. Ебать, нихуя. Им. И. Стрим. Крутите барабан. Металл, спасибо. Интим, блядь. Сука. Не, подожди, дайте я подумаю. Демонстрация. Давайте, давайте. Блять. Dream Team, Dream House, блять. Сука, на г г хрим, блять. Вы задерживаете участников. Да, согласен. Буква L, мне кажется, есть. А подождите, участники. Ладно, я крутану барабан. Я тупой. Слышь, ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Блять. Буква Н. Что? Такой буквы нет. Блять. Вращайте барабан. Жора, вы знаете слово или будете вращать барабан? Слово знаю. Блять. Тамара Ред, спасибо. Давай, называть слово жми. Ну, пиздец. Ну, еще. Пример. Давайте. Блять. В натуре. Блять. Козел. Чё, все, да? Да, продолжи, жми. Точно! Блядь. Эх! Я не мог думать, у меня в голове эти ням-ням-ням, блядь, не стало. Усы Якубовича, блядь. Там музыка пиздец кончила. В эфире капитал шоу «Полуконфиденс». Нахуй ты это сказал, теперь я тоже буду это слышать. Я не смогу теперь играть в «Полуконфиденс». Задание на второй тур. Так, давай я на Изольде в этот раз. Я Анжей, все. А я этот усатый чел? Получается, ты у нас кто? Артур, блядь, Борисович. Артур Борисович, блядь. Я Анжей Денисович. Так, ну я, получается, кручу. Давай. Ням-ням-ням. 750 очков. Буква, а что за вопрос-то вообще? После какой процедуры? Подожди. Подожди, я ведущий. Маурийцы изолируют от общения с семьей племенем и даже не разрешают прикасаться к еде самостоятельно. Вот, слышишь, не? После какой процедуры? Блять, нет, только раз иногда появляется. Быдло, ты ебаная, блядь. Накройте на букву А. Хесус, я тут тик-так сделал, зацени, ПЖ. Прощайте, браво. Ссылка удалена. Вот сейчас будет. Скоро. Так, еще раз. Ну чё, где нам ням-ням? Нихуя ты, блядь. 750 очков. 750, ты чё, ебанулся, блядь? Так. Пиздец. Буква... Ну где ням-ням, блядь? Я не знаю, где. Я должен быть сейчас. Во. Ой, сука. Ням-ням-ням. Так, буква М. Неверно. Да, блядь. Вращайте барабан. Ладно. Так, что Изольда у нас? Я. Вращаем, значит. Ням-ням-ням. Это ебанутая песня. 500 очков, буква. А, давай букву О. Буква О. Ой, такой буквы нет. Блять. Крутите барабан. Понюху, бэбру. Вперед. А, Чапа Клач, Драма Квин, спасибо. Ням-ням. 500 очков, буква. Мне кажется, И. И? Да. И. Другое Изольда. Дело совершенно. Откройте букву О. И. И. А, так. Крутить И. А. Блять. Крутить будешь, да? Да. Давай, ебаш. Нет, если там была бы А, там бы две. Нихуя ты себе. 850 очков, буква. Мне кажется, Е. 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 Такой буквы здесь нет. Блять. Прощайте, барабан. О, я. Так, а у нас тут получается. О, опять 850, не выиграл. Пиздец, ты чё, охуел? Это я. Молодец. Это я. Буква П. Гениально. Такой буквы нет. Сукин суй. Такой буквы нет, блядь. Так, Изольда. Тамара, спасибо. Пиздец, блядь, мне гроши какие-то просто кидают. Так, буква В. Такой буквы здесь нет. Да ну пиздец. Да иди нахуй. Прощайте, барабан.
Давай, мяу, крути. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Крутим. Так. Может, ты, блядь, трек запишешь под этот минус. 500 очков, бухай. Ням-ням-ням. У. У. Странный выбор, но похуй. Так кто ж будет спорить с этим? Такой буквы здесь нет. Урод. Блять, вообще букв нет в слове. Просто дырявое слово какое-то без букв. Да ну нахуй! А вы все равно банкрот. А, банкрот. Прощайте, барабан. Прощайте, брат. Крути, крути, крути. Классно сыграл. О. 750 очков. Да, да, да. Нет, нет, нет. Давай буква Г. Г, говно. Нет. Блять. Да иди ты. Крутите, барабан. Я говорю, нет букв. Крути. Давай твердый знак, ебаш, я не знаю уже. Да нет, твердый знак, блядь, сука. Зеро, блядь. Вот тебе ням-ням, нахуй. Вот и ням-ням, блядь, поели. Да ты чё, блядь, уф, нахуй. Чё, теперь банкротом не стал? Буква. Блядь, я не знаю, ну тут всё зачёркнуто. С. Ну, слава богу, наконец-то. Драма Квин, спасибо. Опа! Ух, ебать, ещё и первое. С-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 
Что, блядь? Сорилка. Блядь, учитывая, что тут букв нет. Что? Я Ю или Э? С бритва, блядь. Сука. Ням-ням-ням. Процедура. Что это может быть за процедура? Скрипка, блядь. Не сиська подходит. Не это. Сиська не подходит. Блядь. У нас стрим. Я вас перенесу в стримерскую, а то вы без стрима сидите. У нас стрим, у нас стрим. Да, я знаю, но вы без стрима сидите сейчас. Ой. А то так и просится. Бля, подожди, надо опять экран вывести. Взялся, поломал, блядь. Не, мне кажется, там реально скр первые три буквы, потому что там глаза осталось. Я тогда крутану барабан и букву К попробую. Давай. Ой, блядь, да ты надоел, Якубович, пугает, падла. 450. Ням-ням-ням. Скр. Молодец. Ням-ням-ням. Тамара, спасибо. Где буква К? А, вот. Откройте. О, слушай. А, нет, К. А, блядь. Будете крутить барабан? К. Блядь, еще сложнее. Ирка. Ирка. Ну, я догадался, я просто знаю слово. Стирка, блядь. Блядь, ты слово знаешь. Да. Значит, нельзя мне дальше это. Стирка. Могу тебя завести, в принципе. Да ладно, не надо. Ням-ням-ням, блядь. Да ё-моё, а. Мазелов, жду на новом треке бит из «Поля чудес». Это будет неплохо, я думаю. Ладно, крутану барабан, рискну. Давай. Отлично, опять возле нуля. 450. Я тупой, я вообще, я не знаю, блядь, буква Н. Ну вот, такой буквы нет. Блядь, все проебал. Блядь. Будете вращать барабан, называйте. Ну давай, Жора, удиви. Давай, называй слово. Давайте, стрижка. Давайте. Стрижка, блядь. Я даже не подумал об этом. Я вообще об этом процедура же. И вы абсолютно правы. Ёбаный свят. Гений. Поле чудес. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так, а у нас третий тур, да? Третья тройка. Да. Нормально. Так, и что у нас на этот раз? Итак, я Руслан, нихуя сиськи, я Руслана. Так, ну я тогда первый, я Пётр. А я буду вторым, не знаю, кто это. Это швабра, блядь. Ивета. Ивета. Молодец. Ивета. У этого нету мотылька, а у пчелы целых два. Так, у этого нету мотылька, а у пчелы целых два. Сколько букв? Жизнь, блядь. Да хуя. Да хуя, блядь. Семь букв. Ой, а чё я крутану? Ну да, надо крутануть же, правильно. Ну похуй, ладно. Ну да, правильно.
нету мотылька. 500 очков, буква. Буква У. У, ебать, нормально. Откройте букву У. Так, давай признавайся, ты знаешь слово. Вращайте, браво. Прям по центру такая. Вращай. Вращаем. А! Опа, блядь. Пиздец, обнуление там, произошло. Блядь. Не повезло. Ну-ка, мне за скамери, блядь. Кручу барабан, пожалуйста. Да. Блять, сука, да ебаный рот. Чё за хуйня? Что-то тебе не везет сегодня. Смените крупье, пожалуйста, блядь. Так, карты замечены. Тоже крутану. Рука тяжелая, блядь. Смотри, а себе, блядь, чуть-чуть подкручивай сразу. Так, ну я, пожалуй, букву А. Выберу. По-любому должна быть. Такой буквы здесь нет. Ебать, ты чё, филя нахуй? Крутить барабан. Крути. Ебать, усатый с камень, только так нахуй. 600 очков. Буква. Давай букву Е. Е. Ой. Открыть. Да ты чё, блядь, ты слово знаешь? Просто поддаёшься. Ну, вращайте барабан. Даёшь нам возможность подумать. Еу. Крути. Молодец. Хлебушек, спасибо. Чебурек. 800 очков. Буква. Хлебушек. Давай букву О. О. Хлебушек. Откройте букву О. Опа. Да ты, блядь, издеваешься, блядь, Жора. Что, будете крутить? Крути. Ты не знаешь слово, Жора? Да знает он слово, крути, над крути. Нами прикалывается. Крути. Это у нас слово Пе... 750 очков. Или... Дай букву В. Букву В. Молодец. Такой буквы здесь нет. А, да? Не, Жора тоже. Не, ну может знать. Как поиграть чуть сюда. Подольше, блядь. А, он да знает. Да знает он, это... сука, все. Крутите барабан, блядь. А ты не знаешь? Нет еще. Блядь, это рофл, сука? Что такое, блядь? Если я сегодня играть буду, нет? Ой, блядь. Ебучий издеватель. Бля, я в ахуе, конечно. Его больше тебя явно ненавидит. Это все из-за ням-ням, наверное. Блядь. Так. Мотылёк и пчела. Что есть у пчелы? Блять. Типа расцветка, наверное. Ео. Петушок, блять. А ты смеешься, возможно, это реально то самое слово. Петушка, она два, блядь, умщила. Молодец. Спасибо, Драмаквин. Так хватит аплодировать, заебали. Молодец. А ты попробуй ответить. А что ответить, петушок, что ли? Ничего, скажешь неправильно. Хватит аплодировать, ну, заебали. Попробуй реально петушок. Если... Да не, ну. Да попробуй. Да не, не. Вот, перестали аплодировать, заебали. Не, Мазелов, по-любому я должен быть бит на фоне следующего трека. Да-да-да. Петушок. Ням-ням-ням. Ну и сзади должно быть, как мы буквы отгадываем. Ну последняя К, я думаю. Ой! Откройте букву Д! Опачки. Ду? Удо. До. Будете барабан вращать? Ре. Блять. Удо. Условно-досрочное освобождение? Блять, ну как так? Ну это же изи, три буквы осталось, у меня слова в башке нет. Пиздец, я тупой, блядь. Молодец. Чебудок, есть такая вкусная хуйня, это, короче, типа, от горячей штучки получебурек, не, на ГГ, получебурек, полусосиска. Чебудок, блин. Ням-ням-ням. У тебя вот от этого ням-ням-ням, да, сразу про еду. Я, кстати, жрать хочу, блядь, уже 10 часов сижу почти. А что ты будешь есть сегодня? Пока не... А, ну котлетка пока там есть, и все. А больше нечего, потому что больше я уже ничего не закажу. В это время сюда ничего не заказывается. Зе... Блядь, ну не знаю я. Короче, я кручу барабан, похуй, я долбоёб. Опа. 850 очков. Буква. Похуй, М буква. Просто замечательно. Такой буквы. Бля, ясно все. Будете барабан вращать? Крути барабан. Да, блядь, ты... Ладно. А чё я? А мы чё? Почему у меня 0 очков? А, потому что я ни разу не отвечал. Да, ты отвечал, ты банк 0 и банкрот условился. Ой, бля.
Буква R. Угу, неверно. Бля, Жора, конечно, молодец. Поехали. Ну что, Мазилов не играет, нихуя. Да крути, пожалуйста, да. Ты тоже пока не знаешь. Нет. О, блядь, нихуя, зато косарь, смотри, упал. Зато сразу 1000, да. Буква... Давай букву S. Нет, неверно. Молодец. Ты меня еще банкрота, выдай, гандон. Молодец. 400 очков, буква... Блядь! Вот какая буква. Блядь, я долбоёб, ёбаный рот. Я понял слово, блядь. Блядь, а чё один дебил такой? Да это вообще халява, мы долбоёбы, ебаные. Сука, Тамара, спасибо. Блядь, а я? Это вообще, ты знаешь, мне кажется, слово разгадает, даже несмотря на вопрос, любой долбоёб, который на стрим зайдёт. Да охуел, блядь. Да пиздец, я только сейчас понял, блядь. Блядь, тупой нахуй. Буква К, буква К, правильно. Блядь, Мазилов, ну похихикать же заебись. Буква F, буква F, Хесус. F? Да. Ну да, F в чат. Ну, блядь. Как хочешь, я тебе сказал. Давай выбирай уже. Я поражен. Нет, неверно. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Охуел, черт, блядь. Ну ты, конечно, меня заскавил, блядь, козел. Сейчас мы его заскавим. Крути, крути. Ну ладно, чё? Давай, Жор, не будем говорить слово, думаю, короче. Вы чё, блядь? Вы решили меня наебать или что? Давай букву Ч. Какая Ч, блядь? Может быть, вообще твёрдый знак? Такой буквы здесь нет. Блядь. Ну это какой-то кек. Давай, теперь ты. Сейчас, блядь, у меня там исключение. Ну, Мазел, давай, крути. Бля, ты ж слово знаешь, хватит хуйней заниматься. Нет, я хочу, чтобы ты догадался. Да ты ебанутый, блядь. Это вообще, это такое халявное слово, оказывается. Буква Т. Я с ума сейчас сойду, честное слово. Неверно. Да, бля, вы чё? Молодец. Сука! Сейчас порухнул тоже, крутану барабан. Бля, издевается, падла. 500 очков. Ребят, можно? Давай. Внимание. Здорово. Что? Да, здорово. У нас стрим. Привет, я хотел всех поблагодарить еще раз. Спасибо вам большое, каждому за поздравления, за искренние слова. Есть такие просто эмоции, которые нельзя высказать словами, как бы это странно, блядь, не сказать, которые идут от сердца. Спасибо большое. Тебе спасибо, Миш, что ты есть. Да. Я гандон. Мы только рады, мы только рады. Давай. Давайте, давайте. Спасибо большое еще раз, ребят. Давай. Да, Миша, здорово еще раз. О, ты догадался, Хес? Догадался, блядь, да. Пиздец. Ой, бля. А я крутану барабан. Чего это слово было? Сейчас банкрот вылетит. Не, он просто хочет денег побольше заработать. Замечательно. Неверно. Назовите слово целиком? Может, целиком назовите слово? Давай, крути. Давайте просто все. Мы еще барабан открутим, нахуй. О, банкрот. Опа, все, ДВВ, блядь. Пиздец, так, блядь. Давай, крути. Я хочу денег заработать больше, чем Хесус. Блядь, какого хуя у меня сюда? Банкрот, пиздос. 750 очков. Буква К. Да ладно, серьезно, буква К? К, да. Да, прикинь. Я хочу больше денег, чем ты заработать и выиграть. А как ты это сделаешь? А я сейчас еще раз крутану, мне еще... Охуел! Давай, крути. Да, охуел, блядь. Сюда, бабки. 600 буква, очков. Буква Ж. Ну ты козел, конечно. Же, а где она? А, о. Сюда. И вы абсолютно правы. А тебе не дадут, походу. А, нет. Дадут. Сука. Молодец. Как я с нулем-то, блядь, закончил? Ёбаный блин. Ну, а вот так вот, блин. О, решил финал. Тоже подыграть. Вот задание. Так, ну на я Евдоким, получается. Ну я, получается, права. Изольда. Это птица. Можно я первый? Если чуть больше 450. Я хочу назвать слово. Не, ты у нас третий. Ты у нас третий. Я хочу назвать слово. Да, ты у нас третий. Только жди. Почему? Все. Я, все я потому, уже был третьим. Потому что Жора первый сказал, что он Евдоким. А я первый сказал, так что Изольда. Был... А ты у нас все. Почему я опять это швабра, блядь? А вот. Ну давай поменяемся. Жора, не, Жора, давай. Ты крутишь или что? Давай. Да, блядь. Павлин. Да, нахуй. Блядь. Вот это подстава вообще, честно. Давайте. Давай, Хес, говори. Ну как же.
абсолютно ваше решение. Подожди, не понял. Ой, сейчас я тоже скажу слово. А, меня нахуй выгнали! Я тоже скажу слово, чтобы, если я не прав, чтобы Жора выиграл. Скажи слово, это голубь. Ты что, дурак, что ли? Реально? Что это голубь. Давайте, ну, я думаю, ну да, блядь, какая разница. Молодец. Близко даже ничего. Ты еще одного кинули. Абсолютно ваше решение. Жора, с победой. Прощай, Фраван. Тупо, блядь, вылетели из зала. Ну, Жора. Давай, ворона. Ты, блядь, серьезно? Полетим все нахуй, давай, давай. Сейчас всех выгонят. Это... Близко даже ничего. Заебись, выиграли. Пошли пивал дупить. Все, кондос, блядь. До свидания. Батюшки мои, что творится, что делает? Батюшки мои. Я вообще сегодня сюда пришел. Слушайте, это у меня впервые такое в поле чудес происходит. Погнали. А что за слово-то было? Курица какая-нибудь. Курица. Ну, курица, любая животное, птица. Ну, курица, вполне может быть, да. Я просто в ахуе, если честно. Погнали еще раз. Молодец. Давайте последний разочек. Алексей, может, правильно? Ой, бля. Зяблик! Зяблик. Спасибо, Тамара. Спасибо. А. Мы все еще держим саб-трейн. Пиздец, уже 2 часа, нахуй, больше 2 часов. Добрый. Добрый. Первая тройка. Кто, я добрый, да? Студио. Я Афанасия. Блять, я хотел сказать. Я Светланой буду. Хорошо, я буду Тимофеем. Крутите барабан. Что было главным? Похож на тебя, кстати, Мазелов. А? Похож на тебя, кстати, Мазелов. Тимофей. Сидит такой. С наушниками. Правильно, это киберспорт. Что было главным хобби писателя Владимира Набокова? Чё, бадминтон? Блядь? Кто это нахуй? Набоков это писатель. 350 очков. Ну, я понимаю. Может писать типа? Буква А пусть будет. Накройте нам букву А. А. О, даже две. Самолет. А. Крутите барабан. У меня уж после 10 часов стрима, как бы, ну, сами понимаете, башка-то не особо варит. 750 очков. Спартаки. Буква П. Нет, неверно. Крутите барабан. Вращайте, пожалуйста, барабан. Вращай, пожалуйста, барабан. Так, у нас 40 секунд до конца саб-трен, ребят. Прошу обратить внимание. 50 очков. Буква Р. Р. Неверно. Неверно. Вращайте, блядь, барабан. Так, товарищ Жора, вы как? Опять издеваться будете? А, я слово назову. Поехали. А! Давай. Шахматы. Давайте, давайте. Блядь, реально? Пиздец. Шахматы. Ну ладно. И вы абсолютно да, правы! Да ладно, ничего себе. Пиздец. Я в ахуе, конечно. 14 секунд до конца саб-трейна, подожди, ребят. Трдец. Тоже, короче говоря, о, все, понеслась. А оставалось-то 6 секунд, почти победа. Вторая тройка. Так. О, я Богдана. О, я Жанна. О, Хесу, не, Хес, ты Святослав был. Ладно, я Святослав, блядь. Крутите барабан. Это я, после меня на Твиче забанят. Достигший в каком-то деле высшей степени мастерства. Ну, крути. Человек, достигший в каком-либо деле высшей степени мастерства. Типа ас, понял? Ас? Сенсей, понял, блядь. Да. Так, и чё, кто первый у нас? Я Богдана. Ладно, я Богдан. Я подворником. Высшей степени мастерства. 600 очков. Буква. Блядь, ну это может быть кто угодно. Давай букву А, похуй. Такой буквы здесь нет. Ебать. Прощайте, барабан. Так, Жура. Самолет. Чё, так, Жура, я ж дворник. Я дворник, окей. А, да? А, давай букву В. Так, значит, крутим барабан и выбираем букву В. Угу. Ух, нихуя! Очки умножаются на 2. 0 на 2 умножить. Откройте нам! Да ладно, зато буква есть. Да он знает, блядь. В? Ну, вращайте барабан. Крути барабан. В. Великий, что ли? Величайший. 550 очков. Ну давай попробуем букву И. Молодец. Спасибо, откройте букву И. Он опять слово знает. Ви. Крутите, ну я барабан. Знаю тогда, что это такое. Отвечай тогда. Давай слово. Виртуоз. Давайте, давайте. Да ну нахуй. Натуре. Виртуоз. Угу. И вы абсолютно правы. Жора знает вообще все на свете, пишет в чате. Да походу, блин. Это несложный вопрос. Третья тройка. Гуглит.
Молодец. О, я Борис, я Борис. Блять, я хотел быть Борисом. Я Борис. С этим шматком майонезным, блять, под носом. Терминатор, спасибо. Так, ну а кто у нас дальше-то? Ивета это кто? Американский Ларис. Режиссер. Так, давай я буду Лариса. Ты Лариса, окей, Ивета, значит... Я буду, блядь, ты почему я первый? Давай. Фамилия, с голландского языка фамилия режиссера. Этого американского режиссера могла бы переводиться как нижняя 450. Палуба корабля. Ебанина. Ого. Какая-то. Блять, я не знаю голландского языка, а. Но знаю американских режиссеров. Неверно. Молодец. Хайден, спасибо. Барабан. Так, я Борис, я кручу барабан. 400 очков. А пусть буква В будет. Другое похуй. Дело совершенно. Такой буквы нет. Блять. Вращайте барабан. Вот скамер, блять. Че, Жора, вращайте? Давай, жми, жми, да. Ёкарный бабай. Давай букву Т. 450. Какая? Т. Т, Т, Т. Такой буквы нет. Опа. Ага, ну, вращайте барабан. По нулям. Ну, тут сразу я вращаю барабан. И у нас... Ух, блять. Нормально, нормально. 500 очков. Буква. Молодец. Буква О. Спасибо, хлебуш. Буква О. Неверно. Неверно. Да, блядь, заебал. Вращайте уже барабан. Я кручу барабан, сука, старая. 850. 850. Ладно, буква очков, Н буква. Пусть будет. Господи, такой буквы это здесь черт, нет. Это черт. Ну, вращайте барабан. Так. Вращаем барабан, Жора? Вращаем барабан. Да-да-да-да. Мяу, мяу, мяу. 450. Какая буква? Давай букву П. П. Я с ума сейчас сойду, я не знаю. Такой буквы нет. А я тоже крутану барабан и выберу не П, а букву. Я не представляю, кто это. Драма Квин, спасибо. 600 очков. Б. Буква. Да кто ж будет спорить с этим? Откройте. Молодец. Вау. Б. Вращайте, пожалуйста, барабан. Бля, вообще не знаю. Собянин, что ли? Собяня. 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 Девентул, спасибо. Ну, буква Л. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. В этом чел приунул, видишь, со светлыми волосами сзади. Спит уже, блядь. Эй, козел, блядь. 400 очков. Буква... Буква Е. Е. Ебать. Ну, слава богу, наконец-то. Неверно. Да, блядь. Чё, блядь? Ну, вращайте барабан. Давай, жми. Стопол, сука, ебаный. Да какое ж тут слово-то, а? Третий тур, мать его. 850 очков, буква. Давай букву Г. Гоблин. Нормально ты это придумал. Такой буквы нет. Вращайте, блядь, пожалуйста, барабан. Это, честно, что-то, блядь, я знаю, кто это, блядь. Да ладно. Да ну, нахуй. Не я знаю, кто быть. Это. Ну, давай букву скажи. Буква. А нет, пошел ты нахуй. Не, ну если... Так ты все равно букву должен сказать. А я сейчас говорю? Да. Да. А, так давай слово сразу. Так я уже не давай могу, тебе надо букву. А, буква К, буква К. Ну вот, откройте букву. Сейчас, первая, сейчас она будет первой и последней чекать. Ясно, блядь. Каблук, что ли? Ря? Кубрик. Будете вращать барабан, давайте слово да сразу. Я уже думал, Вова. Да-да-да. Кубрик. Кубрик. Давайте, да. Давай. Кубрик, да. Кубрик. 100%. Как он там, Стэнли Кубрик? Кубрик. Да, Стэнли Кубрик, да. Молодец. Я тебе вспомнил. Ахуя. Молодец. Опа. В эфире капитан. Капитан, блядь. Хорошо. Джек Воробей. Итак, финал. Так. Ну давай я буду Жанной. Я буду последней. Ну тогда я Светлана, что ли? Для тишины. Согласно примета на Руси, что для тишины в доме должно быть на крыше. По-любому флюгер, блядь, вот 100% нахуй. Флюгер вообще для того, чтобы ветер померить. Так да, да, но это какая-то примета ебучая, типа. 500 очков, буква. Попробуй букву F. Чисто по приколу. Нет. А. Ага, блядь. Все, 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 сижу, завалил его. Давай букву S. Крути провод. Ням, ням. Опа! Ням. Опачки. Охуеть. Охуечка в попочке. Какую? Давай первую букву. Первую букву. Откройте. К. К. Ага. Ну, вращайте барабан. Крыша, блядь. Курица. Дальше. Давай дальше, крути, крути. Давай букву S, ебаш. 600 очков. Буква. Так, у меня сабтренд 40 секунд остается, имейте в виду. Буква S? Ага. Неверно. Курица. Блядь.
Прощайте, барабан. Может, реально курица, блядь? О, я сейчас. Молодец. Это было бы странно, спасибо. Это было бы, блядь, что это? Сюрприз. А, блядь. Опа! Ну, ты должен сейчас уследить за этой шкатулкой, она будет двигаться. Ебать, прикол. Ну, давай попробуем. Готов? Да, давай. Вы какую шкатулку выбираете? Левая самая. Молодец, блядь. Ничего себе, нормально вообще. Так, а букву ты как убираешь? Назовите букву. Да давай курицу попробуем. У, давай. Блядь. Я это буду вообще пиздец. Откройте букву. Да ладно, блядь. Чего молодец. Нахуй? Да, прикол, блядь. Прощайте, барабан. А это все еще не курица. Ну давай, давай я попробую слово назвать. Пофиг. Пускай реально курица. Но это... Давайте, давайте. Странная хуйня какая-то. Ну конечно! Блядь, это я сказал, сука! Пиздец. Курица, блядь. Ты внезапно. Победитель! Ну тогда кто на суперфинал сейчас вышел? Ты? Да значит, все, ты давайте все, нет, давайте все. Да нет, давайте все. Ну ладно, давай все. Мне интересно, все вместе. В эфире... Курица, блядь, что? В эфире камни, блядь. Итак, супер игра. Ну, слово вроде маленькое. Слово, которое вы должны отгадать обязательно. Ну давай попробуем. Вот задание на супер игру. Я разрешаю голову. Вам открыть Боцман, любые блядь. 5. Хуй вот. Знает, ну типа, первое же, что на ум приходит. Ну он не влезает сюда. Почему боцман? 6 букв. Бо... Ц-ман. Нет, С, а, С, я думал, С буква С. Уебать, я безграмотная хуя и то. Спасибо, спасибо, Кара. Так чё, какие буквы выбираем? Ну а кто ещё? Матрос, блядь. Б. Давай, А, О. О. И любые там, дальше уже, я думаю, поймём, наверное. Давай на всякий случай, Р. Давай. Все. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Посмотрим. Угу. О. Боцман. Ну да, боцман. Угу. Минута, пошла. С? Да, боцман. Боцман. Блядь. Не, первый. Подожди. А буква Б. А, ее нет, слышь. Подожди, опачки. Ага. Обосрались. Подожди, стоп. А теперь, блядь, думаем. Не понял, нахуй. Блядь. Это знаю, засада, блядь. Пацаны. Да, не думал об этом. Полкан, блядь. Кто, блядь? Полкан какой-нибудь. Да не, нихуя, подожди. Я просто первое, что в голову приходит. А, ну это не кок. Лоцман, может быть. Не знаю, босс. Лоцман, кстати. Лоцман, да-да-да. То же самое, по сути. Лоцман. Ну-ка, давай. 100%. Ну, похуй, я уверен. Да-да-да, 100% он, Жмихис. Да! Абсолютно правы! Я даже забыл, что типа такое тоже есть. Вы выиграли супер-игру! Вообще, просто... Я выиграл супер-игру. Эти аплодисменты вам! Кайф. Шо ж, а что сейчас нам дадут, интересно? Богдан, блядь. И в качестве супер-призов получаете... Че за Ролекс? Чего? Ебать! Роликсы, да? Ничего себе, блядь, вот это да! Сюда, блядь. Охуеть, то всякую хуйню дают мелочь, а тут и Rolex. Ебать, я как мол строй теперь. В казиночку я проиграю, бабки продам, часы Rolex.